что кто-нибудь мне подрубит. Да я подожгу её, конечно. Кстати, заявление мы подали. Я вообще, честно говоря, не ожидала отказа, потому что, несмотря на то, что последние митинги все нам не согласовывают, ни одной из организаций оппозиционных в городе, но на эту акцию, в принципе, власти всегда смотрели благосклонно, потому что все-таки погиб человек, и она не политическая скорее. И мы не рассчитывали, что нам откажут в этот раз. Единственное, мы благодарны нашим работникам полиции за то, что они позвонили сами и, понимая, видимо, ситуацию, сами предложили прийти сюда и положить цветы, ну, как бы отметив то, что это не является нарушением. Это была, в принципе, помимо нашей, еще и их инициатива. Thank you.